Филипп Грейвс. Фил Грейвс. Фил Могильный. Отлично. Этот Грейвс, чего он хочет? Его цель — ваш босс, Эльсиномбре. Ему нельзя верить. Нельзя. Говорю же! А ты нам не сказал ничего! Тебе заплатили, а чужак знает больше. Нет, 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 пора не делай этого. Пора прикончить это ничтожество. Пожалуйста. С радостью, Валерия. Пожалуйста, я не хочу умереть. Неплохо. Даже очень. Молодец. Пора за дело. Идем наверх. Ну, Гуэро. Хочешь торчать тут заложником? Или пойдешь наверх, к остальным? Имей в виду, это Давай. Еще не все. Синомбре решит позже. Работайте как следует, уроды! Вамос! Сюда! Сюда, Гуэро. Идем наверх. Да чего шустрый, Лос Вакерос. Я буду в пентхаусе с Синомбре. Когда я увижу Синомбре? Валерия сейчас пойдет к боссу. Ты жди с остальными. Мне кажется, Эль Синомбре скоро очень захочет поговорить с тобой. Ты подождешь здесь, Соуп. Я буду во Френде. Не беспокоить. Сихефе. Орале, все нормально. Тебя ждут снаружи. Хорошо. Дай ему маску и следи за ним. Ты живой? Алехандро? И ты, друг? Эль Синомбре в пентхаусе. На третьем. Нам нужен пропуск. У Диего есть. Держи. Круто. Вот. Это зачем? Люди скрывают дела с картелем. Включаю связь. Слышно? Слышу. Ну все, выходим. Впереди пост охраны. Как будем проходить? Доверься мне. Пароль. С4, со мной посетитель к боссу. Входи. Змейка поставлена. Ищем Эль Синомбре. Дадим имя безымянному. Груз из Испании прибыл вовремя. Я могу гарантировать, что мои люди выполнят заказ и доставят все грузы. Синомбре, ¿estás preparado para otro visitante? Удачи! Ладно, начинаем. Охренеть! Кто это? Та сикария внизу. Валерия. Она Эль Синомбре. Валерия? Ты уверен, Армано? Да. Надо идти. Грейвс, Синомбре оказался женщиной. Мы входим. Готов? Готов. Гоуст? Готов. Бери ее живой. Через черный ход! Не упусти ее! Наземная группа приступает.
Эльсиномбре! Для вас, Валерия! Пряталась на виду! Пряталась? Мои люди везде, солдат! Супер! Мы тоже! Идем! Эрмано! Что такое? Валерия! Я ее знаю! Садись. Откуда вы знаете друг друга? Знаете, сильно сказано. Ну что ты, сильные слова важны. Наше слово, наша связь. Да нет? Пошла ты нахер, чертова сраная сука! Тише, тише, командир! Все! Все! Вамос, скажи им! Я не подчиняюсь приказам. Даже собаки в Лос-Альмосе не смеют лаять на меня. Мересте, мы служили вместе, она бывший солдат. В разных отрядах одной группы. Твои были дикими. Лос Вакерос. А мои бойцы были просто безупречными. До атаки на сына Лаорании? Ты куэрдос? Не куэрдо перфекто. Ее отряд должен был сдерживать боевиков Лаорании, чтобы избежать лишних смертей. Ну, мы так и сделали. Потому что вы сами были его боевиками, так? До гор мы его доставили без особых проблем. И заодно избежали смертей. Его должны были судить. Так ты убила его. Я взяла власть. Я создала себе должность и заняла ее. Мы нужны Лос-Альмосу. Лос-Альмосу нужны солдаты, а не Сикариус. А вы? Вы позорите армию. Это Зерманос, но? Тебе зачем это? Ну смотри, ты ведь наемник, да? Тебе знакомо понятие конкуренции? Ты наркоторговка, укрывшая террориста. Терроризм укрепляет бизнес. Это страховка. Да херню она несет. Да ты хоть попробуй, наконец, вытащить свою голову из жопы! Пута мадре, Алехандро! Пока вы там боретесь с терроризмом, вам не до нас, наркоторговцев. Чтобы найти вашего террориста и ракеты, нужна я. Чтобы избежать смертей. Это без меня. Это ничего не меняет. Нет, это все меняет! Блять! Только никаких сделок. Она обманет. Теперь твоя очередь говорить. Мне нужны ракеты, нужны цели и нужен Гасан. Даю 10 секунд, а потом узнаешь разницу между военными и мной. Я не знаю целей. Я курьер, доставляю товар. Зато могу сказать, где ракеты. Когда вернетесь, скажу, где Гасан. А за это вы меня отпустите и свалите из Лос-Альмоса имя Ларганья. Идет. А пока посидишь здесь. Координаты, полученные в ходе допроса, соответствуют буровой платформе в 400 милях от берега Мексиканского залива. Платформа давно не работает и служит картелю перевалочным пунктом при перевозке контрабанды. В 500 метрах к северо-западу от нее находится судно. Наблюдатели видели, как с него выгружали большой контейнер. Сейчас он стоит на верхней площадке платформы. Мы полагаем, что ракета в нем. ОТГ-141, полковник Варгас и Shadow Company отправятся туда на 3 катерах для захвата обеих целей. Гоуст возглавит штурм судна. А Грейвс, Соуп и Алехандро захватят вышку и обезвредят ракету. Церемониться с вами там не будут, поэтому приказываю устранить все угрозы. Платформа! Отлично! Наша цель там! Тени 1 и 2 к точкам входа! И приступайте!
Внимание, наблюдаю судно. Понял, готовьтесь к штурму, на связи. Если Валерия не врет, войти, огонь, обезвредить ракету. А если врет? Ха, удачи. Удачи нам. Готовьтесь к сюрпризам. Возможно, засада. Главный, мы готовы. Принято. Начинайте. Зацеп. Все наверх. Тени, ракета на этой платформе. Блокируйте ее полностью. Принято. Внутри трое с оружием. Вхожу. Где управление? На той лодке. Главная проблема. Ракета взведена, управление где-то на судне. У тебя есть приказ, сынок. Отмени пуск. Хандро, веди наблюдение. Соуп, ты со мной. Мы идем на судно. Эрмано, я прикрою. Цепляйся, сержант. Внимание всем! Пульт управления найден! Повторяю, пульт управления на мостике! Принято! Давай, погнали отсюда! Коуст, это 0-1, мы на воде, движемся к вам! Принято, мы под обстрелом! На площадке жарко! Понял! На палубе! Сразу на мостик! Живо! Захватываем пульт и отменяем пуск! Как туда попасть? Через рампу! Держись, сержант! Вот теперь постреляем! Проверь, пульт управления внутри! Порядок, назад! Это тень один, взрываем вход на мостик! Один! Вперед! Все на мосте! Марш, марш, марш! Так, вижу пульт. Подключаюсь. Давай, детка, давай, давай, давай. Черт! Мы не сможем ее вырубить. Почему? Поздно! Нет кода отмены? Ага, увы, ребята, это окно закрыто. Золотой орел, это тень один. Ракета в пусковом цикле, вот-вот будет зажигание. Как поняли? Вас понял, тень. Не сможем отключить, взорвем. Принято, главный. Сейчас. Соуп, давай к пульту. Здесь можно справиться только вдвоем. Надо спешить, понимаешь? Есть. Главный, мы в системе. Что делать? Введите код SL и дайте заряду сработать. Что такое SL? Самоликвидация. Вместе с ракетой мы уничтожим вышку. Черт, там Алехандро и тени. Внимание всем! Уходите с платформы! Повторяю, уходите с платформы! Сколько времени? Минута! Понял, сваливаю! Ладно, Соуп, давай за пульт. Нужно включить режим диагностики, чтобы я смог обойти авторизацию. Соуп, одновременно нажми кнопки Ctrl и Escape. Готово. Погоди, что это? Внимание, фокус. Ладно, мне нужен последний символ из второй строки первого столбца. Си, Сьерра. Отлично. Она нацелена на Новый Орлеан. Уже нет. Цель обновлена. Нажми Execute. Посмотрим, что у нас получилось. Вот, внимание всем! Сейчас будет бум! Ракета пошла. Ну ни хера ж себе, Жан. Ну ни хрена себе. Алехандро, ты цел? Матерь Божья. Рехнуться можно. Вы целы? Так точно. А вы? Мы в порядке, Эрмано. Золотой орел, это тень один. Цель достигнута, ракета и платформа уничтожены. Тень один, понял вас. Молодцы.
уходите оттуда и по домам. Солф, Гоуст, спасибо за работу. Принято, главный. Возвращаемся на базу. Обозримые перспективы. Отойдите от ворот. Что? Ты слышал? Ты охренел? Это моя база. Это не база, а нехилый секретный объект. И он мне нравится. Теперь он мой. А вы в отставке за службу спасибо. Чего это? Я тебе не подчиняюсь. Ты прям как Валерия. Что заставляет задуматься, чего еще я не знаю о твоей связи с наркоторговкой? Ты на что это намекаешь, Пенда? Это перебор, Грейвс. Не надо. Не делай этого. И никто не пострадает. Ты что, нам угрожаешь? Солдат, я не угрожаю. Я рекомендую. Никаких глупостей. Я звоню Шепарду. Генерал Шепард передает вам привет. Он знал, что вам не понравится. Он в курсе этого? Он лично поручил мне довести эту операцию до конца, так что угомонитесь и не мешайте работать профессионалам. И вообще, какого хрена я тут вас уговариваю? Хватит! У меня приказ. И у вас тоже. Какого хера ты о себе возомнил, Каброн? Внутри мой отряд! Боюсь, нет. Твой отряд уже задержан. Грейвс, какого хрена? Убери, тварь! Эй, Джонни, вали оттуда! Соф, беги! Гоуст, ты там? Это все большое недоразумение. Все могло быть иначе. Сукин ты сын. Найти! Транспорт за пленными. Ожидайте через... Бойцов на Северную площадь. Срочно! Браво, 7-1 всем. Кто слышит? Гоуст, это 7-1. Как слышно? Черт, Гоуст, ты где? Это Гоуст, как понял. Джонни. Джонни, как слышно? Слышу. Думал, уже все. Son nuestras! Действуй. Твою ж мать. Тут ребята поймали каких-то продажных копов. Надо с ними побеседовать. Ты любишь деньги? El dinero, hombre. Por favor, por favor. Грейвс ловит копов. Сейчас он судья, прокурор и палач.
Бутылка. Пригодится, чтобы отвлечь внимание. Круто. Если позволите. Вот это другое дело. Гоуст. Соуп. Нашел растяжку с дробовиком. Обезвредил. Забрал ствол. Пусть он станет ключом к их умам и сердцам. Уже видишь церковь? Ага. Отлично. Ты на верном пути. Иди дальше. Лейтенант, кажется, я нашел дорогу. Там полно теней. Я их задержу, а потом мы встретимся у церкви. Захватим машину и свалим. Понял. Задаем жару, Джонни. Осталось недолго. Чёрт! Всем теням! Враг возле церкви! Да ну нахрен! Гоуст, это был ты? А кто еще? Иди. Я поведу. Садись рядом. Ну вот, Джонни, прорвался. Мы прорвались. Держись. Чистая работа. Назад! Спасибо. Гони, я прикрою. Где это мы? Это убежище Алехандро. Он дал мне координаты. А мне почему не дал? Незачем было. А если было бы? Нажимная пластина. Алехандро сделал. Умный засранец. Там. Не двигайся! Кто здесь? Родольфо! Соуп! Гоуст! Вы живы? Так точно. Рад видеть вас, амигос. Взаимно, амиго. Неплохо. Где вы были? В бегах. Я был в бегах. Гоуст меня ждал. Это нормально? Нет. Да. Мы же команда. Все мы. Я должен все исправить, и мне нужна помощь. Один в поле не воин. Почему Грейс предал? Мы этого не знаем. Лас-Альмас купит любого. Но не нас. Пока что генерал Шепард, Ласвелл и все остальные, кроме нас троих, считаются врагами. Угу. Но есть исключение. Алехандро? Его нужно вернуть. Идем. Грейс держит его здесь. В своей личной секретной тюрьме. Мои бойцы тоже тут. И как им помочь? Вломившись туда. Вот за что я люблю Гоуста. Этого явно не хватит. Есть еще. Хорошо. А как? Нам бы еще тачку. Лучше бронированную. Алехандро все продумал. Это уж точно. Поможем им. Старая тюрьма находится в глухом углу возле Лас-Альмаса. До картеля это была колония строгого режима, теперь она закрыта. ВПП там нет, припасы перевозят на вертушках. Подъезжаем к периметру и готовимся ко входу. Вот здесь. Увидим на вышках часовых, снимаем их. А потом лезем на стену по тросам. Как насчет камер? На посту охраны есть видеонаблюдение. Используем их, чтобы найти Алехандро и прочих. Разделимся и будем властвовать. Пока Руди ищет Алла, я сяду за камеры и помогу Гоусту заложить заряды. Саботаж и диверсия. Неплохо, Джонни. Я учился у лучших, лейтенант. Когда найдем Алехандро и Лос Вакерос, соберемся и выпустим их. Мы приготовим оружие для моих людей. И с боем пробьемся наружу. Вопросы есть? Чего мы ждем? Грейвс перекрыл улицы.
Снаружи будут патрули. Еще бы. Снаряга? Оружие, патроны, заряды в мешках. У меня линемет. Жумары? Есть. Есть. Надеюсь, Алехандро жив. Уверен. За мной. Налево. Тропа. Пойдем по ней. Суп, дай знать, когда можно пройти в ворота. Чисто. Иди. Подключись к камере впереди и проверь насчет угроз. Одна тень. Легкая добыча. Покажи, как ты работаешь ножом. Сладких снов, скотина. Группа теней в броне. Затаись. Да, понял. Можешь идти. Иди поближе. Справа есть бак. Время выносить мусор. Суп. А, черт. Один патрулирует внутри колючки. Режь и беги, лейтенант. Голст, как он есть. Один на углу. Зарежь его. Есть. Грузовик. Иди к нему. Хорошее место для заряда. Что скажешь? Действуй, лейтенант. Есть. Впереди трое. Один у грузовика, двое за поворотом. Тебе надо будет их отвлечь. Охранник на мостках. Погоди, я скажу, когда. Все чисто. Пора их отвлечь, лейтенант. Твой хлеб с маслом. Слушай, свет. Чисто, вперед. Давай. У меня неплохо получается, да, лейтенант? Кое-кто умеет и лучше. И кто же? Я. Один слева. Закали его. Еще одна дохлая тень. Ну, вперед! Ящик, иди к нему. Можешь идти. Работай ножом. Попал. Один левее тебя. Стреляй. Тень может найти парня, которого ты убил. Или составить ему компанию. Как ты его? Давай налево. Давай, Гоуст. Вали его. Вижу пикап, который можно заминировать. Правильно, сержант. Ставлю заряд. Двое готовы. Дальше. Угроз нет, иди. Вижу одного впереди. Доставай нож. Готов. Направо. Давай дальше. Вроде чисто. Все чисто. Тебе надо будет их отвлечь. Чисто. Иди. Угроз нет. Иди. Подрежь ему крылышки, Гоуст. Спи спокойно, говнюк. Один левее тебя. Прирежь его, лейтенант. Спокойной ночи. Иди налево.
Можешь закладывать заряд. Принято. Давай, Гоуст. Поднимайся. Один впереди. Советую достать нож. Тень уничтожена. Зарежь его. В этот раз я поступлю по-своему. Смотри. Красиво, черт возьми. Там для тебя еще один БТР. Двое идут от дороги. Пропусти их. Иди, лейтенант. Грузовик, иди к нему. Давай налево. Ну, вперед. Впереди тень. Пусти ему кровь. Пока, уродец. Тень слева. Работай ножом. Наглухо. Действуй, лейтенант. Минус три участника погони. У нас все готово, Джонни. Нашли Алехандро. Вот только что нашел. Где? Момент. Твою мать. Это он. Он в одиночке. У двери два. Вижу их. Гоуст, он здесь. Он один. И двое теней. Это ненадолго. Встречаемся у входа в корпус. Мы его выпустим. Понял. Выдвигаюсь. Отлично. Игваль, амиго. Алехандро бы тоже нас не бросил. Си, точно. Покажем им вакерос. Входи. Алехандро! Яйр! Полковник, успокойтесь! Это мы! Суп! Руди! Гоуст! Мы не могли вас бросить. Какого хрена так долго, Пендерос? Здесь полно теней, дальше будет жарко. Только мы их поджарим. Наверху есть еще вакерос. Освободим их. Вперед, Рудольфо. Грейв завидели? Нет. Есть оружие. Возьми и жди здесь. Остальные за мной. Я сейчас. Готовься. Ну что, пошумим? Тут замок. Я разберусь. Гоуст готов ко всему. Вперед, полковник! Оружие к бою, по лестнице вниз и на выход. Там встречаемся с остальными и валим отсюда на... Вакеро! Внимание между вышками! Марк! Найдите их и лезьте наверх! Давай, Джонни, пока идем тут к тросам! Чисто, но тени наверняка уже в пути. Сержант Макталиш! Рад вас видеть, Кэп. Гоуст! Гэрик, Прайс. Ну откуда? Ласвелл. Как только Шепард ушел со связи, она позвала Ласвелл, нас. Ласвелл, надежная как скала. Полковник Варгас, это капитан Прайс и сержант Гэрик. Спасибо за помощь, моим бойцам нужно прикрытие. Газ, Гоуст, Соуп, прикрывайте, живо. Ухайтесь, мы уходим! Соуп, живо на трос, мы уходим. Все двое наши. Есть! Рудольфо, возьми нашу тачку. Понял. Вакерос, за мной! Руди, встречаемся у дома. Есть, полковник. Удачи. Капитан, за мной! Есть. Газ за руль. Есть. Гофт, сок. Залезай. Жми газ.
Шепард нас предал. Грейвза и Теней послали убрать нас и поймать Лос Вакерус. Мы даже знаем, почему. Ласвелл покопалась в данных. И что же она накопала? Правду. Я обнаружила документы с информацией о секретной операции, которую планировал генерал Шепард и выполняла Shadow Company. В общем, они везли нашим ближневосточным союзникам американские баллистические ракеты. Но все пошло не по плану. Что везем на этот раз, Грейвс? Если скажу, придется тебя убить. И ведь убьет. Как за молоком сходить? Простенькое задание. Доставить пушки хорошим людям. К завтраку уже будете в штабе. А если не обосретесь, еще и премию получите. Потом найдите меня. Есть. 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 Шепарду нужен доклад. Не заставляйте его ждать. Отбой. Три контейнера? Да уж, молока до хрена. Пить хотели. Тень 2 золотому орлу. Второй отправляй. Три машины теней уходят с шоссе 7 Зулу. Проблем нет, главный. Понял. Доставьте груз вовремя. Не подведите. Орел, отбой. Не подведите. Так и знал, что дело дрянь. В чем дело? Третий, это Эриксон. Что там? Машина на дороге. Погоди, я сейчас. Грейвс, это Вэнс. У нас тут задержка, но сейчас разберемся. Разбирайтесь, надо ехать дальше. Понял. По данным разведки, на маршруте не было сил противника. Данные оказались неверными. Груз был обнаружен еще до прибытия в пункт назначения. Ева, проезжайте. Сэр, проезжайте. Не нравится мне это. Арабский у него чудовищный. Яра Харак. Минфалик. Ди Пауло, высунься и прикрой. Есть. Нам переводчик нужен. Что дальше, сэр? Вэнс, Ди Пауло, помогите ему. Что за хрень? Контакт! 3-1 ранен, ошарик Ди Пауло. Твою мать, это еще кто? Нет. Назад! Назад! Внимание всем, у нас контакт! Только нам стрелом, есть раненые! Контакт! Сзади! Это Золотой Орел, не упустите груз! Сверху! Вон те дома! На крыше! Арфага! Уходим вперед! Нас окружили! Они везде! Что это за уроды? Главное, подкрепление, срочно! Никак нет. Пользуйтесь тем, что есть. Генерал, мне нужна помощь. Моя помощь — это ты. Разбирайся. Это русская ЧВК! Ты что здесь забыли? Внимание всем! У нас тут русская ЧВК! Повторите. Противник русские! Твою мать, Грейвс! Ты говорил, что... Ты слишком много! Грейвс, нам нужно подкрепление! Главный, наши очень крепко влипли, нужна авиация! Это невозможно, и ты это знаешь! Пошли! Тебе не доклад. Эриксон. Всем, кто меня слышит, Вэнс. Главное, доложите обстановку. Черт! Эриксон, это Грейвс. Где находишься? Я не могу прикрыть. Твою мать! Вэнс! И Пауло! Вызови меня! Генерал, мне нужен бронированный вертолёт. Мои парни в беде. Это не должно выйти наружу, так что операция не войдет в отчеты. Генерал, моих парней обстреливает русская ЧВК. Грейвс! Ситуация вышла из-под контроля. У них нахуй! Противника не установлено. Русские перехватили средства связи. Выходим. И уничтожили весь отряд теней. Узнав, что это был Шепард, они передали ракеты Гасан. Шепард хотел как лучше, но груз был нелегальным и неучтен. Он и Грейвс все замяли. Но в итоге дела стали только хуже. Мы почти узнали правду, и им это не понравилось. Три ракеты украли. Нашлись только две. Гасан получил еще одну, и ее надо найти. Вы это скрыли. Зачем?
У всех свои секреты, капитан. Какого хрена я не знал об этом? Не знал, зато теперь ты все знаешь, Джон. Большое спасибо, генерал. Только зная об этом вчера, мы бы не лишились ракеты. Их всего три, а мы нашли две. Ну так давай успокойся и займись поисками третьей ракеты. А кто займется вами, а? Хватит истерики. Я защищаю свою страну. Скорее уж свою жопу. Я исполняю долг патриота и не позволю всяким бюрократам мне помешать. Я лучше знаю, что надо делать. Вы выжили из ума, генерал. А ты забыл, за что борешься, Джон. Служение стране часто требует жертв. А свои ошибки мы прячем. Так вообще-то принято. Да. Но не принято подставлять своих. Ты лучше выброси это из головы. И займись реальными проблемами. Вы должны отозвать теней. Грейвза? Да. Я кинул ему кость, и я крайне не советую тебе ее у него отнимать. Это ваш последний шанс передумать. А потом? Потом я разберусь с ним и займусь вами. Орале! Вакерус! Всем собраться! Значит так, мы отобьем вашу базу, соберем пленницу и убьем командира Грейвза. Когда? Сейчас. Мы пойдем против своих. Мы с вами не 141-я и не Вакерус. Мы команда... Коуста. Рад встрече, Саймон. Кто в деле, берите маски. Кто нет, что ж. Ребята знают базу Форсес и Специалис лучше теней, так что у нас преимущество. Но учтите, из-за побега из тюрьмы они будут нервные. Пойдем на базу двумя группами. Первая – капитан Прайс, Газ, я и один пилот. Вторая – Гоуст, Соуп, Руди и Лос Вакерос. Первая группа идет по тоннелю на летное поле и забирает вертушку. Мой пилот взлетает с капитаном. Вторая группа ждет снаружи, пока Прайс не разнесет ворота. И начинает прорываться к Грейвзу. Он наверняка засел в моем штабе. И его охраняют лучшие бойцы. Пока мы с Гасом ищем Валерию, вторая группа находит Грейвза и убивает. Призраки в тоннеле. Понял. Коды прежние. Подтверждаю, что у тебя. Соуп и Гоуст, ворота километр. Понял, держитесь. Отбой. Отлично. Хорошо стреляешь. Долбанный лабиринт. Со мной. Какой код? 627. Надеюсь, его не поменяли. Сработало. Входим. Со мной. Призраки, первые внутри. Понял. Удачи, сэр. Внимание всем! Я в воздухе, смотрю в оба. Принято, право 6. Двое подходят к воротам. Разрешаю огонь по отмеченной цели. Мы думаем, что Грейвс окопался в штабе. Как входим, разделяемся. Авиация все зачистит. Тени сваливают, а мы находим и ликвидируем Грейвза. Компрендес? Абсолютно, лейтенант. Группа Гоуста приготовится к штурму. Соуп, возьми целеуказатель и подсвечивай цели для вертушки Прайса. Порядок. Понял. Нужные ворота слева от нас. Охрана группы теней. Это наша цель. Отметил цель для атаки. Принято. Даю залп. Хорошо стреляешь, право 6. Понял. Входите в штаб и ищите Грейвза. Алехандро, воспользуйся хаосом и иди к Валерии. За мной. Марш, марш! Заперто. Руди, есть что? Штурмовой. Отлично. Разрешаю атаку любых целей внутри.
Грейв завалить на месте. Эй, Руди, мне жалко вашу базу. Мне тоже, Эрмано. Давай. 3, 2, 1. Давай! Сработало. Входим. Орале, за мной. Призраки, первые внутри. Понял. Удачи, сэр. Там полно дней. Хочешь жить, не шуми. Понял. За вами, полковник. Валерия в контейнере, на том конце ангара, под охраной. Действуем тихо. Валерия! Алехандро! Джекпот. Держим позицию, пока Соуп, Гоуст и Руди берут Грейвза. Газ, Браво-6, пленница у нас. Понял, будьте начеку. Идем за Грейвзом. Радольфа знает коды? Нет, но у него есть кое-что посильнее. Заперто. Руди, есть что? Штурмовой. Отлично. Разрешаю атаку любых целей внутри. Грейв завалить на месте. Эй, Руди, мне жалко вашу базу. Мне тоже, Эрмано. Ставь. 3, 2, 1. Давай! Контакт! Второй этаж! Он бежит за ним. Твою ж нахрен. Капитан! Сраный ублюдок Грейвс. Перелезем и за ним. Понял. Я сейчас. Прикончим эту мразь. Держи руку. Гоуст, ты идешь? Нет, надо помочь Прайсу и пилоту. Заканчивайте вдвоем. Смотри! Не наши. Ни хрена себе. У Грейвза тут танк. А то. Ты справился. С твоей помощью? С автоматом на танк. Да, вот так. Гоуст — это Соуп. Руди здесь. Грейвс убит в бою. Как Прайс? Очень зол. Лишился хорошей сигары. Пилот тоже в норме. Отбой. Алехандро, база под контролем. Грейвс из Тамуэрту. Идем к вам. Такое, мой вакеро, случайно развязал войну? Насилие следует за тобой по пятам, да? Вообще-то ты не со мной договаривалась, а с ними. Вот в этом и заключается твоя ошибка. Ты знала про третью ракету? А я их и не считала. Есть же подручные. Она врет. Где Гасан? Где еще одна ракета? В Чикаго. Что происходит? Я обещала сказать, где он, а не удержать его. Ах ты, скорпионе отродье! Я предупреждал, что так будет! У меня бизнес, сеньорес. Каждый за себя. Таков наш мир. Теперь ты тоже мишень. Нет. Ваша мишень в Чикаго. А сейчас проваливайте из Лос-Альмоса, пендехус, пафуэра! Ну, пока. Она твоя. Но мы вернемся. Я буду ждать. Пора. Давай, двигай. Соуп, готовь транспорт и звони Ласвелл. Гасан и ракета в Чикаго. Сегодня в Лос-Альмосе будет тихо. Через сутки я буду на свободе. Чего не скажешь о вас, Вакерус. Тебя прикончат за твои дела. Только важны не мои дела, а что из них можно доказать. Ну, вам пора. Удачи в боях, Эрмано. Мы не сдадимся, брат. Счастливо. Гоуст! Надо Бьердес Эскарнада! Ауэва! Эльсином рассказал, что третью ракету протащили в Штаты через порт Чикаго. Ее везет Гассан с боевиками Алькаталы. Где она сейчас и куда нацелена, мы пока не знаем. Но мы знаем, что Гассана доставили в здание фиктивной компании Лос-Альмоса в центре Чикаго.
Полиция оцепила улицы вокруг здания. Им было сказано про контейнер с украденным оружием. А про ракету они ничего не знают. Мы считаем, что Гасан засел в укрепленной серверной на 54-м этаже небоскреба. Я буду внизу искать ракету. Мы с морпехами высадимся на реке Чикаго и подойдем к цели пешком. Я засяду с пушкой в наблюдательном пункте, напротив цели. На крышу здания с Гасаном отправим два вертолета. На одном будут морпехи, на другом мы с Соупом. Пока Гас и морпехи идут на штурм снизу, Прайс и Соуп будут спускаться. Задача Соупа — найти этаж с серверами и захватить Гасана. Наша основная задача — найти и остановить ракету. Но у вас есть разрешение на ликвидацию Гасана. Браво 6, главное — это хранитель 1. Периметр оцеплен. Мы знаем, где контейнер с ракетой, и выдвигаемся. Понял вас. Все браво на позиции. Работаем. 0-5, принято. Браво 6-2 в 20 секундах от объекта. По данным разведки, внутри Алькатала. Гоуст, занимай свою позицию. Есть, уже иду. Главная цель — 56-й этаж. Он укреплен и хорошо охраняется. Возможно, Гассан засел там. Гоуст, мы готовы. Видишь? Так точно. Начинаем. Подтверждаю, лейтенант. Что у тебя? Гражданские. Заложники. Гассан тянет время. Вы устраняете угрозы. Право 3 освобождает заложников. Встречаемся на этаже. Если надо, смени положение. Двое внизу. В этом положении ты заметнее. Разрешаю атаку. Понял. Чисто. Право 3. 5-5 под контролем. Понял. Этаж... Хранитель 1, мы на этаже. Что у вас? Ласло, что это вообще было? Джон, ракета на первом этапе пускового цикла. Имейте в виду, пульт управления не в контейнере. Внимание всем! Ракета стартует! Повторяю, ракета стартует! Твою мать! Куда она нацелена? Не знаю, пытаемся выйти. Понял! Мы идем за Гасаном! Смотри, сержант! Познай Гасана, нам нужен пульт управления. Сейчас. Ничего все не сломал. В норме. Давай, у тебя получится. Соп, идем. Хранитель, пульт управления у Гасана. Мы идем за ним. Поняла. Учтите, ракета нацелена на Вашингтон. Времени у нас не так много. Успеем. Веди, сержант. Гасан в самый нижний. Она не удержится. Прыгай! Живей, сержант! Ты друг! Черт! Убедись, что ты в укрытии. Дальше будет шумно. Сержант, ракеты на полпути к цели. Заверши последовательность. Все, я готов. Давай. Последний шаг. Нажми лифт. Говорил, что твою страну охватит пожар. Ты надеялся меня остановить? Гоуст,
Соуп. Следи за окном. Мы не атакуем. Мы вторгаемся. Отличный выстрел, лейтенант. Точно, сержант. Внимание всем. Гасан мертв. Противник убит. Власти утверждают, что причиной взрыва в центре Чикаго, который случился прошлой ночью, стало короткое замыкание. Тысячи людей остались без света. Ожидается, что наладить подачу электричества удастся к вечеру. Угроза цунами. Цейрушная муть. Вольный пересказ. Оно и видно. Иран, Алькатала. Картели, русские. Шепард, тени. Они обошли нас. У них была фора. За победу над Гидрой. Шепарда нашли? Никаких следов. Ничего, найдем. Есть рыба крупнее. Я узнала кое-что про русских. Это грязная тема. На конвой напали ультранационалисты. Кейт, с этим все. Нет, еще нет. У них новый партнер. Кто? Мы его не знаем. Он не новый. Кто это? Макаров.